Всем привет! Приехали в лес за землей для голубики. Нам подарили кусти голубики, но нужен торф, либо лесная земля. Вот, мы приехали там, где ягодник должен быть. Сейчас будем копать землю. Что-то я его не вижу, Анатолич, этого ягодника. Вот такой наш белорусский лес вдоль дорог. А, вот, вижу. Вот он, ягодник. Вообще-то желательно и шишки сюда набрать, и земли. Ну давай, да, вот здесь вот, где он много-много ягода. Ягодника этого. Ой. Земли надо. Это ягодник? Ягоды. Точно ягоды. Еще бы ведро, конечно, уже хватит. Ну что, приехали мы домой, привезли себе вот эту землю, и здесь у меня растет голубика. Я ее высадила на улицу. Тут у меня тоже торф растет с леса. Но высадила, потому что в доме начинает расти. Поэтому даже если не хватало здесь торфа, я все равно высадила. Обрезала малину. И малину вокруг тоже я здесь, в общем, накидала. И сейчас повыкидываю вот эту землю. Кстати, у меня здесь получается, что сорвалось пару веточек самой черники. Я ее тоже рядышком пихну. Вдруг приживется где-нибудь здесь. Так. Здесь у меня, как видите, иглица.
и из верхний грунт. В общем, сейчас я это дело все закидаю и чуть-чуть выше приподниму сам кустик. Ну, в принципе, это и все. Получился у меня такой приямочек небольшой. Вот, посадила себе даже здесь веточки черники. Вот. И вот две веточки. Не уверена, что они приживутся. Ну, пусть будет. Вдруг что-нибудь получится. Даже не поднимала я свой кустик. Он оказался так немножко как бы в низине. Я думаю, что в следующем году, если все будет хорошо и оно пойдет расти дальше, то кустик пойдет вверх. И потом все равно я еще буду подсыпать ему сюда лесной земли. Тоже такой же иголки, шишки, листья и верховой такой грунт. Посмотрим, что получится. Есть у меня голубика, которую я посадила еще пару лет назад, но она у меня почему-то тоже не растет. В этот раз я садила, видите, по-другому. Привезла лесной земли. Выкопала ямку диаметр 60 на 60. И посмотрим, получится у меня вырастить ягоду или не получится. Кому интересно, подписывайтесь. И я с вами обязательно поделюсь. Ну а пока всем до встречи.